борьбу у борта, падает нападающий Металлурга, шайба остается у магнитогорцев, и это гол! Артем Земчонок мощно заряжает в дальний угол, 1-0, гости выходят вперед! Да, мы видим, здесь хозяевам не удается вывести шайбу из своей зоны, магнитогорцы очень здорово прессинговали, и затем Земчонок хорошим броском из-под защитника отправляет шайбу в сетку ворот Ивана Федотова. Андронов идет на ворота, набрал скорость. Кошечкин надежен. Получится опасная атака. Карнаухов. Кошечкин вытягивается в струнку, забирает шайбу себе. Проброса нет. Что важно, последние секунды этой встречи. И магнитогорский «Металлург» одерживает победу с минимальным счетом. Но этот счет обеспечивает перевес по серии 3-1.